О, да, наконец-то вышла новая версия Minecraft 1.21.40 мешочки храбрости. И сегодня мы будем рассматривать этот дроп, то бишь обзор. Так что давайте начинать. Сам дроп очень маленький, но в принципе есть приятные вещи. Первый — это мешок. Раньше он на Bedrock выглядел по-другому, у него была более светлая текстурка. То есть он вот так вот выглядит. В него можно наложить предметы, как вы догадались. То есть вот если положим булаву, то этот предмет не стакается, то есть он будет занимать один слот, то есть как 64 предмета. Если возьмем, к примеру, 32 заряда ветра и 32 зловещих бутылочки, то есть видишь 64 предмета. Вот это будет стак, и мешок опять заполнится. То есть давайте я сейчас возьму всяких предметов. И вот, по идее, до 64 мы можем положить любые предметы в мешок. Только есть особенность, что, к примеру, предметы Ender Pearl, они стакаются до 16. И эти 16 будут считаться как за стак целый, и будут заполнять мешок полностью. Если вы играете с телефона и вам нужно выкинуть предмет из мешка, то просто зажмите пальцем экран, то есть некоторое время подержите, и предмет выкинется. То есть вы его выбросите из мешка, грубо говоря. Но это не весь контент, связанный с мешками. То есть мешок можно красить. Конечно, не как кожаную броню, то есть там их дофигища оттенков. Мешок можно красить только в 16 существующих цветов в Майнкрафте. То есть комбинировать, к примеру, зеленый и красный не выйдет. Берем в верстаке сам мешок, краситель, белый, вход белый мешок. То есть в него также можно положить любые предметы и также выкидывать. То есть поменялся только цвет. Давайте возьмем зеленый краситель, то есть мы покрасим белый в зеленый, но белый мешок. Также можем покрасить мешок в желтый. То есть любой цвет можем покрасить. И в целом всего мешков есть 17, то есть 16 цветных и один изначальный. Также я не знаю, могу ошибаться, но на Java точно добавили разновидности животных подводных, детенышей. То есть там дельфины, спруты, лососи. У лососей раньше было два варианта. Взрослый и маленький. Или наоборот, взрослый и средний. Теперь их три. То есть взрослый, в смысле большой, средний и маленький. Не знаю точно, на Bedrock это было или нет. Но вроде бы какие-то мобы маленькие были, а каких-то не было. А теперь уже эксклюзивчик для Bedrock именно в этом дропе. Потому что для Java он существует уже чуть ли не с самого начала игры. Это хардкор. Да, наконец-то на Bedrock он появился. То есть в первой вкладке, в настройках, если спуститься ниже, есть хардкор. Когда мы включаем его, появляется вот такая иконка сердечко и обводка, красная рамка у иконки мира. Причем еще такой звук. Если мы отключаем хардкор, сердечко как бы сгорает, потухает. Я думаю, вы знаете особенности хардкора, то есть такой же мир, сложная сложность, нельзя включить никакие читы, то есть я буквально говорю, в настройках у вас это сделать не получится. Ну и выходит, то есть у вас есть одна жизнь. Сложный режим игры, без читов, одна жизнь. Когда вы умираете, вы можете летать и наблюдать за миром, но редактировать его не выйдет. То есть выходите из мира, он остается, просто вы будете в режиме наблюдателя. Но я многие изменения, конечно, не увидел. Переработан инвентарь. То есть я, когда снимал обзор, я заметил, что предметы будто бы как-то по-другому расположены. Я не ошибался, это правда, его переработали. К примеру, во вкладке «Медные блоки» теперь не лежат все медные двери, ступени, люки, что меня очень бесило. Где должно, туда и поставили это. Также там были какие-то изменения, связанные с Ender Pearl. Я не знаю, на Bedrock это добавили или нет. В общем, вот таким вышло это обновление. Ну, дроп. Ладно, дроп. Маленькое, но это первый дроп, как бы, новой разработки Майнкрафта. Посмотрим, что будет дальше. Это будет дроп со скрипном и бледным садом, который выйдет уже до выходных, на который выйдут разработчики зимой. То есть его стоит ожидать в этом году, и обзор от меня, собственно, тоже. Но вы обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Ярик Лего Майнкрафт. Увидимся в следующем видео и всем удачи!